Непогода вновь испытывает Дагестан на прочность. Снегопад на некоторых участках дороги стал настоящим бедствием для автомобилистов. В целях безопасности ГИБДД по республике даже перекрыло наиболее опасный участок федеральной трассы. Отрезок от торгового дома Киргу до поселка Талги. Проезд грузового и пассажирского транспорта там временно запрещен. Спасателями ЧС Дагестана проводится работа по вызволению автотранспортных средств граждан республики. На данный момент извлечено из снежного плена более 20 единиц автотранспорта. Данная работа будет проводиться до полного завершения мероприятий на данном участке. Затруднено движение и на автодорогах Буйнакск, Кизилюрт, Геджух, Митаги, Сабнова и в Карабудахенском районе. Везде работает спецтехника и расчищают дороги, но ситуация все так же остается сложной. Вот здесь кошмарная ситуация в сторону Карабдахкента. За Карабдахкентом, Губден, Леваша, Урбуки. Не едьте никто на эту сторону. Там поперек машина стоит, неочищенная дорога. Никто никуда не может ехать. Всем добрый день, дорогие друзья. Сейчас вот стоим на въезде в Гимлинский туннель. И нас не пускают, потому что при выезде из Гимлинского туннеля там снегопад, гололед. И не пускают машины. Вот, и мы здесь пока застряли. Уже стоим тут на протяжении, наверное, 3 часов. Большое количество осадков выпало в городе Хасавюрт, Буйнакск и селении Сергакала. Из-за ухудшения погоды в Дагестане энергетики переведены на особый режим работы. Нарушение электроснабжения из-за стихии наблюдается по 11 районам Дагестана, а также частично в Махачкале и Хасавюрте. Сейчас здесь огромная проблема получилась. Развернуться места нету. Весна не придет в Дагестан и на следующей неделе. Снег сменят дожди. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала.